Сегодня у нас прошла четвертая тренировка в проекте «Стань боксером». Я что-то сильно приболел. Не знаю, с чем связано. Вот, тренер мне подсказывает, что, скорее всего, это просто вот, физическая нагрузка слишком высокая. Все заряжены на результаты, все очень стараются. Мы каждый впахиваем до седьмого пульта. Правда, я сейчас... Сам процесс мне очень нравится. Я действительно воодушевлен и надеюсь, и даже в какой-то степени уже верю в то, что реально за 3 месяца можно добиться серьезных результатов. Спасибо проекту, спасибо, что следите за нами. Задавайте свои вопросы. Рады, когда за нами следят. Всем успехов, счастливо. Спасибо. Замечательно проходят у нас тренировки, без дорожки кокаина, на бой не выходим, все супер, ощущения супер, здоровье супер, все нравится. Так, все а про девчонок что-то? Что про девчонок? Девчонки вообще отбойные, вон, всего избили, помучили после дороги, кокаина, телочки, все нормально, все ништяк, супер, присоединяйтесь к нам, здоровым людям. Красавец, спасибо. Все выше и выше. Бокс – это сила. Все на тренировке. Скорость, Олег, скорость. На скорости перебивать, перерабатывать. Не нужен акцент. Нужно легко, быстро работать. Мурат жестче. Олег, жестче не проваливаться. Вот провал, чувствуешь? Вот провалился ты. То же самое с тобой в бою будет. Вот так. И как можно больше очков. Просто ваши танцы никому не нужны. Нужно попадать. Смена. Олег красавец после команды. Молодец. Что думаете о международной обстановке? Все будет хорошо без войны. Войны не будет. Нет войны. А о тренировочном процессе что думаешь? Все? Или еще что-то скажете? Самочувствие как? Самочувствие отличное, прилив сил чувствуется. Ну, конечно, тут приболел, пару дней болел, но все равно тренировки не пропускал. Таблетками там. В отличие от некоторых. Спасался, да, некоторые пропускали. Вот. Ожидания тренировок такие, как думал заранее, или что-то, может быть?
какое-то другое впечатление было до момента прихода? Ну, в принципе, такого я ждал, то, что такая нагрузка будет. Ну, в принципе, уже готов был к этому. Как-то даже заблаговременно там пытался бегать, вот, уже подготавливался. Ну, тяжело, конечно, но все равно терпимо. Ну, как бы... Идем дальше? Так, точно. Все, спасибо. Мы от женской части проекта хотим сказать, что мы кайфуем от каждой тренировки, несмотря на то, что у нас очень сильные спарринг-партнеры. Мы каждую тренировку испытываем себя и пока с Анной побеждаем в этой борьбе. Да, я хочу сказать, что мне с каждым разом нравится все больше и больше. И скажу честно, первый раз мне было даже немножко страшно, я думала, что я сдамся. Но мы справились. Да, но мне очень нравится, что здесь такая дружественная атмосфера, все друг друга поддерживают, и при этом все равно мотивация не уменьшается. Все на бокс! Все, спасибо, девчонки. Спасибо. Настен, сама работай больше передней рукой. Сама работай, сама, вот так. Как реальные пацаны, знаешь, на камеру все время снимают? Как Колян? Ты что, Колян, давай? Кстати, у боксеров фишки всякие есть в ринге, там можно от Коляна взять вот эту тему. Как он разминается? Задавайте вопросы. Я не знаю. Давай, красавчик. В целом, самочувствие? Самочувствие хорошее. Нас бьют, а мы крепчаем. Так. Девчонки в проекте не мешают боксировать, с ними не сложно? Только помогают. Надо больше девчонок, чтобы... Вот когда вторник... девчонки смотрят, чтобы они смотрели, надо, они занимались. Вот во вторник еще одна планирует прийти. Когда смотрят, то сил больше. Как относишься к тому, что на выходные будем общие тренировки делать на природе, кросс совместно? Только за, супер, пускай все подтягиваются. Подтягивайте все на воскресный кросс, побегать, размяться, может побоксировать даже. Какие-то пожелания есть к тренировочному процессу? Пожелания включить нормальную музыку. Смена! Поехали. Всем привет! Вот и началась вторая неделя. Не ошибаюсь. Состояние отличное. Вот. Собственно, вливаемся в процесс. Научились бить грушу, что уже позитивно. Руки поднимаются, все работает. Настроение просто сумасшедшее. После тренировки много энергии. Даже сложно заснуть. Поэтому как бы горячая ванна. Позитивное настроение, ну и присоединяйтесь к спорту. Всем спорту. Спасибо. Миша, не вижу жестких. Вот так, молодец. Правый носок на соперника, Руслан. Настя, тебя я вообще не вижу. Смена в четверке.
целом прошла всего лишь четвертая тренировка. Самочувствие очень хорошо, но есть некоторые нюансы, такие как немножко там подтяжка, там немножко шея ноет, нога сегодня я двигался не так хорошо, как должен был быть, потому что немножко растяжение, но это все пройдет. Впечатление очень хорошее, я просто весь сейчас мокрый, на мне нет живого места, если честно. И это прекрасно, потому что есть над чем работать, есть куда стремиться, сразу же видны ошибочки. Со следующей тренировки мы, как уже сказали, начнем больше уделять внимание технике, и это будет очень круто. Очень крутое впечатление. Все.